Так, Ева, но Делик. Делик я особо не считаю, но мне кажется, и похуй, наверное, что их считать. Так не пойму, что ачивка есть или нет. Ура! О, когда Делик спешл. Хуйня, Делик. Мне Делик очень понравился. Надеюсь, вам тоже понравился. Это был Делик интересный. Так, или мать, или зверь. Синий хп и прокаем в хору. Пока немного надо пострадать. Она, кстати, как и Иуда по скорости, тоже 1.23. Забавно, что скорости вообще одинаковые, вот и Иуды, и у Евы. В чем смысл? И у того, и у того, по-моему, 1.23. Лос вообще еще не открыт. Лоста еще даже нету. Один плюс два. И первое число это то, что в статах смерти. Второе это то, что игра не учитывает смерти. Челленджи, короче. Мы их отдельно считаем. Можете кидать меня камни, но я не уважаю Сумториум. Надеюсь, у тебя очень крепкая голова. Игра Делики и челленджа не учитывает. Если ты будешь там умирать, игра это никак не учитывает. В статах. Можно хоть и миллион раз умереть, и у тебя будет все еще 0 смертей. В статах. Ой, тут не было реально. Тогда я на зверя сразу не иду. Тогда я прям сразу не иду на зверя. Блин. Если не будет это, если не будет ключа. Меченый, да, где он был меченый? Я не помню, где он был. Где-то дальше был. А вот он. Вот он. Ну и хрень. Ставили кондёр, нихуя себе. Который я сегодня кондёр поставил в виде настольного вентилятора на полу. Почти одно и то же. Тоже охлаждает. Это же магазин еще, да? Файл. Ну, типа, не знаю. Тут нормальная тема. И плюс новый айтем потрогать сразу. Больше ради этого. Он, по идее, ничего плохого не делает же. По идее. Блять, я все дальше отдаляюсь от бога этими решениями. Ну ладно. Окей, ладно, это того стоило. Это того стоило. Дальше от стопвача. Ну, ничего, все, скоро откроем. Эх, прям веет прохладой от паспора вентилятора. Хорошо. Прям еще прохладнее становится сразу. Ну, вообще надо купить мешок, если будет 7 копеек. Но похоже их не будет, да? Не будет. Я не могу идти на зверя, вот в чем проблема. Я могу пойти наверх, а я ходил наверх, наверное, да?
Сука, не ходил на... А, я не ходил наверх! Я еблан. У меня же другой раут, я могу пойти наверх. Забей. Даже не могу, а обязан пойти наверх. У нас сегодня не жарко, будет 25, по-моему. Ну так, тепло на солнце, ну типа... Не фатально. У нас жара вроде как кончилась, но вроде опять 30, по-моему, будет скоро. На один день, а потом опять 22-23. Я думаю, уже долго жары, наверное, не будет, наверное. Еще вроде дожди были, пока меня не было. В основном. Терпимо. Ну да, я красноярский. Тут жара, он в июне была, где-то недели две, наверное, стояла. Смешная. Блять, флетстоун и пикак. Давай, наверное. Ну да давай. Давай. Блять, как же я об этом пожалею, нахуй. Как же я об этом пожалею, нахуй. Зачем я это сделал? Я уже об этом жалею. Как оно смешно бахает. Оно три раза бахает, да? По умолчанию. Ох, бля, ну давай посмотрим, что за забег будет. Ну тогда, получается, у меня отпадает и зверь, и мать сразу. Ну, хотя нет, мать-то, в принципе, не отпадает. Я сам пойду наверх, наверное. Мне надо дагер открыть, маскару в идеале. Да, сначала вообще наверх-то. Бля, подожди, я сегодня пойду на дилю тогда, получается, если будет диля. Стоп, что? Что нахуй? Не, погоди, я реально иду на дилю с этим епикаком. Так это шиза, да, по-моему? Так это хуёво, по-моему, идея. Это может быть странная идея, конечно, маленько. Может показаться. То в хору теперь можно не пробовать, кстати, она теперь особо ни на что и не влияет. Принципиально. Да тоже, по-моему, не особо что-то изменит. Ну, типа, да, минус 3 урона от 45, в принципе. Как будто их особо-то и не ощущаешь. Скорость так нормальная. Ладно, попробуем, посмотрим. Блять, кружка-то горячая, ёб твою мать. Налил кофе. Ой, хорошо. Время я не могу искать, мне надо собирать ключ. Тут всегда мегастен нужен. Ай, ёб твою мать. Уяся. Уяся. Ну, кстати, первый большой сундук? О, первый большой сундук. Это новый анлок. Это, по-моему, тут Айзек открыли. И в пиджару. Ну, типа, оно остывает. Все равно пью потом, когда оно холодным уже становится в основном. По большей части. Потом кайф. Потом прям хорошо. Сережа Стример, возможно, латентный жароёб. Просто себе не может в этом признаться. Газировки такие, на ней все еще сижу. Я пью все подряд. И газировку, и воду, и кофе, и чай, и молоко. Зачем только на счетом одном оставлять выбор, когда можно пить все? Просто в разное время. Опция. Полагаю, от лезвия можно отказаться, наверное. Д1. Ой, блядь, только давайте без ломки, а.
посмотрим. Ау. Не. Так, все сработало. Ждем пироманьяк. Вот чего мы ждем. И шарплак. Тогда будет снова Ева смотреться. Я уже был к этому файлу, где была Ева с этим... С пироманьяком, по-моему. И с шарплагом, и пикаком. По-моему, такое уже я видел в кино. Может, это снова оно. По-моему, монашку я уже скипнул, кстати. Или нет? Как будто я ее уже скипнул. Минус Флетстоун. Ну, будет менее смешно, конечно. Будет не так смешно, но с другой стороны... Но с другой стороны, у нас теперь есть красный, ебать его, ключ. Подождите. Теперь есть красный ключ. Вас найти. Не нашел. А как попасть-то, господи? Лол, полетела с карты Луна. Вопротив, красная секретка, рядом была красно-золотая. Уф. Повезло. Повезло, повезло. Что, может быть здесь? Окей. Может быть. Фоспаха, да. Сейчас стоит будить? Конечно, стоит. Чтоб не расслаблялись. Еще не время спать, еще даже не пятница. Вроде. Да ведь? Да, сегодня, по-моему, сегодня нихуя еще не пятница. Четверг. Спать еще рано. Отдайте луну. Да как? Да собака. Что-то спит, но рейндж. Ну ладно, все нормально, наверное. Ох. Еще горячий. О, тут тебе может быть красная сразу, мне кажется. Сразу проверю. Кстати, завишь у меня этот... Господи, когда я, может, найду рейндждаун, раз таки. Было бы удобно найти рейндждаун. На эпикак. Я дальность не хочу сильно бафать там. Под босс-румой. Да. Был красный, хороший знак. Да-да, да-да, все так. Бля, опять дальность. Тирейт нужен, пиздец. Тирейта мало. Ладно, пофиг. Получается игрок, получается так. Получается... Разгадал игру. Так, а чё в аркаде? Привет, Рувик. Думаю, хватит. У меня 5 контейнеров, офигеть. Как же это невыгодно прокать. Неудобная. Нет, даже не здесь.
Даже не здесь. Вообще, не, мне кажется, похуй на фхору. Сильно до хера пустых контейнеров, мне это не особо нравится. Взорвал, ну мне некуда его фармить. Это долго нахуй. Я вроде спешу на бустераж, возможно, чуть-чуть. Я чуть-чуть, может быть, и спешу даже. Ой, может быть. А там, кстати, вряд ли будут. Нет, там не может быть, скорее всего. Эпи, как хуй попадешь? Хуй попадешь? Мы чилим. Мы чилим, но со спешкой. Большой. А, да, там, кстати, может быть. Я даже не смотрел. Мне лень на карту смотреть. Нужно еще раз надо зарядить, кстати. Да в смысле? Да в смысле? Сдохни. Вау, дали сделку. С ума сойти. Вау, абсолютно нахуй не нужен секрет хард на эпиках. Пиздец. А, я ненавижу такие раны, как так получается. Он абсолютно нахуй бесполезен. Нужно... Нужно еще две старт-скады, чтобы эту хуйню удалить. Они и будут, так это еще хуже нахуй сделать. Там-то приход еще хуже мне все сделает. Плюс 5 урона бесполезных на эпикак. Блять, эпикак ебаная параша коня, как всегда. Как всегда, нахуй эпикак был не нужен. Ран был бы лучше без эпикака теперь. Ну ладно, похуй, посмотрим. Может быть, что-то зайдет на эпикак все-таки. В этом забеге. Может быть. Может быть такое, наверное, может быть. А, кстати, здесь нету нихуя сверху. А, ну, сбоку может быть все равно. Окей, ладно. Нормально. Я никогда ебаный не буду брать эпикак больше в этой ебучей игре. Эпикак просто ебаный мусор, нахуй, в этой ебаной игре, а не айтем. Он все только хуже, нахуй, делает. Этот ран сейчас был бы просто охуенный, если бы не было ебаного эпикака. Просто пизда. Просто пиздец, какая хуйня. Очень грустно. Это очень грустно. Ну, посмотрим. Типа, не убили все охуенные синергии на эпиках, что были до репы. В игре стало миллион айтемов, которые, типа, хорошо работают сами по себе без эпикака. И то есть, что-то найти хорошее на эпикаке, это, блядь, шанс очень маленький. Прям билд собрать хороший на эпикаке. Он просто нахуй не нужен в этой игре. Какая там эпикак. И то же самое, кстати, за Федуса. Еще хуже. Там все еще хуже. Он просто нахуй бесполезен. Еще и фхора была бы всегда активированная. Это была бы сейчас такая ёбка. Сука, Белиал, Сакрет. Пизданись. Какой забег грустный. Хоть на зверя иди сразу. Хотя на зверя, блин, эпика тоже тупость. Не, ну я не могу идти на зверя, потому что у меня ебаный эпикак. Как бы на зверя не могу идти тоже. Эх, блять. Ну посмотрим, ладно. Если пойду в сундук, там что-то может еще найдется смешное. Просто эпикак к нему как бы нихуя не надо, с другой стороны, типа он сам по себе айтем сильный. Но сейчас он был бы намного лучше без эпикака сейчас. Кратно сильнее был бы. Тем более, на себе там хаши, босс раши и прочую парашу.
Такая сейчас была бы хуйня дикая. Кстати, был Саш, видимо, я уже не пойду, наверное. Ну хотя на самом-то деле, может, наоборот, пойду. Времени нихуя нет. Успею я за полторы минуты дойти и пройти еще новую. Не факт. Ну да, опять дома будут бесполезные. Спасибо за самонаводку, мистер Secret Heart. Спасибо нахуй огромное. Полезно до пиздения. И лучше вообще бы нахуй не брал, по-моему, Secret. Судя по всему. Просто лучше вообще его нахуй... Подожди, вообще... Это может быть скип. Нихуя нету. А, все же, по-моему, не успею, но быстро. Типа фул карту по дороге. Че меня похилило? Кто меня похилил? Че был за хил звук? Откуда? У меня есть пациент? Или это был какой-то чемпион с хилом, который я не увидел? Тик-так, тик-так. Говорит, нам Гвен Стефани надо бежать. Надо бежать, бежать, бежать. Окей, я, может, успел. Не знаю нахуя, но я успел. Не, я реально успел. А, тут блайнд. Охуеть. И нахуя-то я это делал? Нам, кстати, носки. Я вообще про них забыл абсолютно, что у меня носки есть. Это еще и блайнд. Ну чё, осталось взять под блайн какой-нибудь типикой, епикак, ага. Планету какую-нибудь взять. Ну типа ради Маскара всё пройду, наверное, босс раш, ладно. Маскара всё же заебись, наверное. Это был чемп с хилом. Окей. А вы кто? Я вас не звал. Не, ну, в принципе, самолодка помогает, если я далеко стою, наверное. В принципе, да. Главное, близко теперь не стоять и... Не мешает, наверное, как минимум не мешает. Довольно быстро вроде умирает. Не, DPS неплохой, наверное, в целом. DPS может быть и неплохой в целом. Что есть плохое в магазе? Little Baggy. А, Nightlight есть. Мы на ничего не покупаю, видимо. О, сейчас у меня вообще фул карта нахуй не всралась. Нихуя ты молодец. Красавчик. Это хорошо сделал. Помог, помог. Ау. На. Сколько там человек осталось-то, господи? Опять Степан, да не там. Летит, да, она неплохо летит. Полет довольно уверенный. Ой, здорово. Хватит прыгать.
Я полагаю, это из-за сапи, потому что такой у него полет странный. Это довольно большая дальность, там же, по-моему, дальность же какая-то, по-моему, обрезанная же УПИ, как обычно. У него там какая-то, по-моему, своя на формула дальности. Типа это на самом деле больше, чем 9 дальность, по-моему. Если было бы не эпикак. Там об говно ударился Кейдж. Иди, иди, иди еще ударься. Прямо скара. Нас не затроллили, ура. Жри. Жри. Все жри. Бец. О, господи, ну ладно. И пикок не рано. Кажется, хаш будет довольно унылый с этим билдом. Ума хаш будет довольно паршивый. В чем проблема? Умахаш так все с такими пикаком будет работать. Серьезно. А, я ненавижу этот сит. Я просто его нахуй ненавижу. Я просто его ненавижу нахуй. Еще один нахуй бесполезный, это ебаный пикак. Просто пизда, уже 4 айтема охуенных, они все, блядь, бесполезны, конченые нахуй айтем говна. Ёб твою мать, просто, блядь. Опять еще раз ту хуйню взял в руки. Просто пиздец. Просто 4 айтема, они все хуйня, потому что они нахуй с этой хуетой просто ничего не делают. Ну или почти нихуя не делают. Какой пиздец. Да никто ничего не делал, просто они, их никогда нахуй не было на этом пипикаке. Синергии. Там мог быть еще Белиал, который тоже нихуя не делает. Типа Сакет, который дал ебаную эту хуйню, типа на самом деле, которая тоже нихуя, по сути, полезного не дает. И дал плюс 5 демеджа, только а не множитель. Как обычно, типа, это работает. Что еще было? Что-то еще было. А, ну Бэксайбер был только что, который тоже нихуя не делает. Они угробили Фетус эпикак. Ну как, не прям угробили, они сделали его намного нахуй хуже. Кратно сделали хуже. Они также, по-моему, убрали эпик Фетус. С этим эпикаком тоже нахуй просто убрали полностью весь смысл в нем. Они убрали синергию на мух, на пауков, где был плюс 40 дэмэдж на мух и пауков. Они все нахуй просто угробили с эпикаком. Это теперь самый нахуй, наверное, бесполезный айтем в среднем. Который тупо вообще брать неохота никогда в жизни. Так, ну я успел. Я не знаю, хаш будет пиздец хуйня ебаная, мне кажется. Но у меня просто ключей дохуя. И денег дохуя. Так что снова пойду, наверное. Кажется, хаш будет очень паршивый. У меня тупо голый пикак. Вообще без ничего. Вообще нихуя в этом забеге интересного нету. Ну, буду знать, как всякую хуйню брать. Вот взял пикак на свою голову. Положил, я не помню. Он высоко, как бы, скорее всего, он как бы опять же сам по себе тайтом как бы нормальный, просто он скучный, бесполезный, но игру-то он проходит все равно на каком-то этапе. Ты не путаешь, там как бы опять же там был тирлист для стриков в основном, а не для анлоков. Я там типа не учитывал ни как на диле, ни как там на звере, ни как, ну ладно, зверя я учитывал, наверное, что я на зверя делаю стрики. Типа я не учитывал, как оно будет типа на деле, там где-нибудь на хаше на мегастейне играться. Эти вещи я, в принципе, не учитываю.
Вот опять же, манипауэр тоже хуета, сколько ты мне даст дэмэджа на эпи как. Плюс 6. Ну ладно, плюс 6. Вот опять же, плюс 6 на эпи как это хуета. На билд обычно это было бы пиздец много. Вот как бы и все отличие. Просто ёбнись. Кстати, тут есть красная рума? Погоди. Здесь красная рума. Чё нахуй? И тут особенные комнаты даже. Лол. Я даже забыл, что это так работает. Тут даже уникальная комната есть для красных рум. Обалдеть. Это, конечно, обалдеть. Просто говорю, этот забег был бы, сука, Sacred Heart, Belial, Backstabber. Это просто пиздец. Еще и Money Power сейчас было бы. Мне было бы урона 20, даже больше было бы урона. На Belial Sacred Heart с бэкстеббером. Это была бы сейчас такая, блять, ёбка. Это сейчас такой был билд, просто был бы чудовищный нахуй просто. Еще и Фхора была бы вечно активированная, потому что я нашел еще Берсрайт. Просто такой траур нахуй, что я взял эпикак в этом забеге. Конечно, может быть, я, конечно, и пройду, понятно, хуйню, но... Но ран был бы совершенно другой, конечно, без эпикака. Просто небо и земля. Кстати, свечку потрогать надо стоит. Мне похуй на манипар вообще, поебать, оно ничего не меняет на эпикаке. 6 урона вообще ничего не делает. Никакой погоды. А, кстати, птица тоже постоянно активирована. Лол. Чудо, я на это вообще внимания даже не обратил. Думал, только в хора просто активирована. Эпичный берсрайт на Еве. Играем птичкой. Вообще ему сделать бэксэбер? Он вообще может его активировать? И пикаком? Или вообще нахуй никак? Я еще ни разу не видел, по-моему, прока бэксэбера. Как взял его. Он вообще, что ли, нахуй не активируется? Вообще никак? А не, вроде сейчас что-то было. Мухи вроде сейчас вроде что-то там нассали. Но это были мухи, по-моему, а не хаш. Тоска зеленая. Не, ну он умирает. Ладно, в принципе, не так плохо. Долго, но умирает. Тоска зеленая. Ну, потому что эпика. Вроде все логично. Вон реально у нас зеленые вон следы остаются. Ну вообще да, он прокает, но как-то, блядь, странно все равно прокает. Блядь, иди нахуй, ебаный хаш, нахуй, ёб твою мать. Где я нахуй стоять должен? Птица в атаку. Давай, давай, давай. Дилей 0 секунд между атаками. Просто 0 секунд. Просто 0 секунд. Типа, что это такое? Этот босс абсолютно нормальный, да? Типа, вообще с ним все нормально. Так и должно быть. Просто 0 секунд он на атаке спамит. Так было всегда, очевидно. Еще до выхода репы.
конечно, так оно и было. Он просто вообще без дела эти атаки хуярит. Одна на другую просто нахуй накладывается. Так, ну ладно, у меня благо есть бэттрип, который будет фулл хелсом. Это приятно. Наверное, мешки не особо нужны. Пуха на мешке. Наверх. То я скапуляр активировал. Г. Был импером? А нахуй мне он нужен? Нахуя мне импера? Если у меня фулл хелс на руках. И тут фулл хелс уже нужен. Опять ранг какой-то хуёвейший. Надо выживать, а не куда-то улетать имперерами. По синим-то я думаю так убью. Это не проблема. Ладно, поспешил, согласен. Не, это я себе заберу, наверное. Это мне. Это все же мне нужнее пока что. Я хотел секретку проверить. Мне этого сделать не дают, потому что у меня секрет хард. Дели не будет, скорее всего. Я не думаю, что я вообще на него нахуй пойду с этим билдом. Это ебаная шиза. По-моему. Максимум на мегасы я пойду, а там посмотрим. Ну хотя если дели после мегасы, все равно пойду, наверное, ладно. Вряд ли я смогу отказаться от такого предложения. DPS-то есть, в принципе, но это будет ебаная пытка, по-моему. Как он там еще летает по всей комнате. С этим пикаком будет за ним летать по всей руме эти слезы. DPS, в принципе-то есть. Вот уже поговорит, типа Шаран был такой хороший забег был бы, если бы не пикак. Вернее, забег хороший, но он был бы охуенный. Ладно, скажем так. Это мог быть забег охуенный, он просто хороший. Не более того. Это мы тоже хорошее. Нашел синергию, кстати. Кстати. Это синергия. Это уже реально синергия. Подожди, окей. Сейчас забег стал намного лучше. Внезапно. С этим ликвидом. Ладно. Вот стало приятнее. What the fuck? Вот стало еще приятнее. Блять, сколько это вот 100 рублей? Спасибо небольшое. 1000 рублей? Охуеть. Спасибо большое. А если думаю, может стоит взять вис-шот? У меня типа вис... Ой, вис, в смысле сакрет. Но я не уверен, что это будет нормально работать. Мне кажется, это... Дурная идея. Я ничего не вижу. Это терзап. Вроде живем. Нет, это бы не прокси. Он бы такое бы не скинул. Хуже уже не сделать. Спорное заявление. Всегда можно сделать еще хуже. Так, кстати, это возможно оно. Да, это... What the fuck? А это мрума. О, надо потрогать. Клопа взять. О...
Наверное, нет. Мне кажется, не так много хп оно снимает, а... Я в теории, может быть, два фулл хелса на один файт, если тринка прокнет. Все же думаю, нет. Носки, да? Блять, нахуй носки эти нужны? Я вот сижу без носков, и мне нормально. И мне норм. Ничего не знаю. Сру не снимая свитера. Вот это уже опасно, можно ничем заморать. Свитер все же было бы жалко марать. Сру в носке. Ты что, кот? Там же много не влезет. А Хонта я... Не помню, я брал Хонта? Я не помню. Уж нет. Нахуй я фармлю, если на удаче ничего уже, скорее всего, не найду. Только минус ебало свой найду. Все, что я найду этим фармом. What the fuck? Уже мы нашли, кто аноним. Спасибо большое, 1000 рублей, код 02. Спасибо огромное. Похоже, видимо, от тех же будет сейчас еще одна песня. Это, видимо, известное пошло. Музыка для игры Вайзека. Это для кекса. Да еще какой-то школьный оксюморон, что ли, какой-то? Или так жестко косят. Тю! Да, как это еда, господи. Осуждаю, бля, Бримстоун. Чем Бримстоун? Тут уж можно, но зачем можно делать все, кроме писать, что тебе 5 лет? Тогда бан сразу. Остальное все можно. Это мы вчера выяснили. Так лучше его не убивать. Это атака меня трахнет. При транзишене. Да сука, блять, это датчик говна. Я не вижу волны, офигеть, они меня могли сейчас ебнуть? Надеюсь, нет. What the fuck? Чё за скам? 6 можно? Да нет. А там не помню, сколько на Твиче какой-то возраст. Типа, с кем можно пользоваться, 13 лет? 14? Я не помню. 15 вроде можно. Вот мне 15, меня вроде не забанит. 15 уже вроде норм. Да, блять, я не понимаю эту атаку шизоидную, нахуй. Иди в пизду, блять. Просто нахуй не понимаю эти ебаные, блять.
пропуски конченые. Ладно, фулл хелс все еще на базе, если что. Ну, не знаю, дели, мне кажется, будут очень, блядь, душным с этим билдом. Я это так вообще не понимаю. Две атаки есть, которые я вообще нахуй не понимаю, что с ними делать. Спасибо, код еще за 500 рублей. Ну и, ну и нихуя. Но честно, я даже не расстроен. Так что ладно.